И вот так вот еще сделаю. Это вообще подлость просто. И вот так вот просто. Нон-РП сплошное. Я преступник. Ах, блядь, кто победитель-то? Смотрите, что происходит. Аварии сплошные, вылеты. Дорога, война. Сука, пиздец. Аварии, мясо, взрыв сейчас будет. Теракт. Татаран, блядь. Пожарники тут как тут. Пиздец происходит. Комментарии не нужны. Всем привет, с вами Такс. Это новая серия Let's Play по Advance RP. И мы тут стоим, короче, тут. Ну, и пока тут разворачивал, тут прошла РП-ситуация. Короче, менты всех подряд проверяют. Ну, давайте меня тоже проверьте. Так. А, тут какие-то личные разборки. Типа, я служил у вас в СВ, помните? Вулкан гони. Какие-то проблемы тут у них возникают. Кто-то про... Мы поросячие. Так, кто-то там крикнул, мусора, вы поросячие, и это... Я не знаю, кто это. Так, воу-воу, гонки, гонки, полегче. Полегче, полегче. Так, гонки, гонки. Гонки, 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 на счет 3, 3, 2, 1, а. Ну давай, давай, гонки, гонки, гонки. Рвем, рвем, я всех порвал, короче. А, нет, 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 это же багаюзер этот, сука. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, я все равно порву его. Че, куда он собирается ехать? А в сегодняшней серии мы будем... Ну, я не буду, наверное, говорить заранее. Да ладно, хрен... Ух ты, полегче. Мы сейчас подъедем к заводу и будем по РП. А, блин, у меня двухместный автомобиль. Ладно, давайте я сгоняю за четырехместным сначала. Так, я взял Драндемагу, она более... Так, кстати, мой буллет угнал какой-то говноед. Скинет старичка. Что очень странно, и меня вообще... Как бы даже... Не то чтобы удивило, я сначала вообще не понял, что произошло. Так, я ограничитель включил, ладно, уберу его. Ну так вот, в общем, для РП-ситуации, которые мы будем сегодня проводить... Ну, как сказать, РП-ситуации, блядь. Сука! Ну, НРПшник, ДБшник, урод. И ты тоже. Туда же все. В топку у вас всех, но НРП одно сплошное. Чё я сделал не так? Чё я сделал? Ты по дороге бегаешь, ты взорвал машину. У меня было 999 хп у автомобиля. Я хотел это сказать, но какой-то говнюк сзади стрелять начал. Но вы, короче, видели. Можете отмотать, посмотреть. Вот, сейчас мы подъедем к заводу, где бомжи в основном это работают. Самая такая рабочая зона такая, где все бомжи работают, это, конечно же, шахта, но я поеду туда, где их поменьше будет, чтобы все было полегче. Так, вот мы подъезжаем уже, надеюсь, у нас никто не врежется, вот здесь вот никто не будет в наглую лететь. Смотрите, чудо просто произошло. Так, вот мы подъезжаем, сейчас мы включим анимацию и будем бомжей ловить на работу. Так, так, ну давайте встанем сюда. Так, она открыта у нас, так. Блок 2 сначала пропишем, чтобы не угнал какой-нибудь говноед. Так, все. Давайте-ка. Встанем вот сюда. Да в автошколу сколько вестим капсом пишет, пиздец просто происходит. Я вообще поражаюсь. Анимлист, так. Давайте посмотрим, что там из анимлистов-то есть, так. Так, так, так. Хрень, 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 хрень. Вытянуть руки, сложить руки вместе. 17-я анимация, вот. Так. Кто на работу хочет ко мне, платим много. Блять, анимация включается. Так, ладно, скопируем это. Так, анимация вроде 17-я была, да? Да? 17-я анимация, все, включаем и орем. Так, пока никого нету. Так, ну мы по РП все будем делать. Так, чё-то, блядь, никто не хочет работать. Вы чё, ёбнутые, что ли? Сотку плачу. Во-во-во, вот Кирюша, Кирюша. Хочешь работать, Кирюша? Платим 50к. Потом еще 50. Аванс. 2000. Так, ну чтобы бомж клюнул на нашу эту, сразу 2000 ему даем. Садись к нам. Надеюсь, не пропало. Так, все. Сейчас они поедут, у меня не знаю, что тут. А, блядь, лог 2.
Все, садимся. Так, и этого давайте. 50-ка. Отлично, все, я набрал себе супер команду по спасению мира от зомби. Но хрен там, мы будем рубить деревья, мы лесорубы, на Адвансе вроде нет лесопилки. Так. Какая? Блять, нам даже платят уже за это. Так. Какое-то, блин, мероприятие было, я пропустил. Ну ладно, это не важно. Так, сосать мы не будем их заставлять, это уже было. Так. Так. Не санкционированная вырубка деревьев. Не, сука, вы хер вы выпишешь это. Гондоны звонят опять. Достал. Открыл. А, ну давайте, смотри, как сделано. Ми. Уроки РП. Открыл багажник. Так, это. А, багажник-то это. А, вот так вот. Сейчас. Ми. Достал. Бензопилы. Так, ду. Ду. Держит. Бензопилы. Так, ми. Передает. Передал. Бензопилы. И снаряжение. Давайте посмотрим, как они знают ролеплей. Блять, не то сделал. Нет, связи есть. Связи есть. Давайте, рубите нам леса. Бомжи рубят леса. Лесоповал, лесоруб. Лесоруб, лесоруб. Тимберленды им еще желтые, как это, ну это же обувь, обувь. Обувь, блядь. Ясно. Каждый. Ну рубите, хули вы стоите, смотрите. Как рубить? Пили. Пилой. Давайте смотреть, как... Где этот, сука, убежал, что ли? Работу не хочет, смотреть, там красивый такой цвет такой подать. Где? А, во. Так, отлично. Работать, негр. Так, давайте. Так, начал рубить дерево. Отлично, все, нам рубят дерево тут. Типа дерево падает, не знаю. Так. Нужен, нужен, что? А где это-то? Давайте. Как? Так вот, может, правильно будет ему объяснить. Может, он так поймет, что. Во, он хоть с действиями начал рубить. Пилить, рубить. Ну, какая разница, суть-то не меняется, они деревья валят. Все, еще одно. Тебе. Так. 8-6, 2000. Так, и второму мы тоже заплатим. Какую команду? Ёбаный в рот, сука. Взяли РПшника. Спартак команду. Вот так вот будет понятней. Тут в комментариях не нужно. Я пишу, тут эти гоняют. Надеюсь, он так поймет. Так, этому надо еще дать. 5, 8, 6, 2000. Так, ладно, давайте этому дадим. Раз он рубит его. 150. Так, блин, точечки всякие на это. Игрок слишком... А, 159. Твою душу. Так, а второй-то где? Хрен ли там бегает? Все деревья порубил, этому бомжу одно дерево оставил. А, сука, я за два дерева 50 тысяч, они вон что, губу раскатали. Ну, конечно. Блять, за нихуя буквально. 5-8-6. 5-8-6. Внизу, которая. Там сосны.
Вот, давайте, вниз их направили. Все, и съебываемся. Пусть там дальше деревья, блядь, сука, рубят. Пустыни пылесосят. Ну, блядь. Кикнула по подозрению в четверстве, ебаного. Итак, продолжаем наши лесорубские похождения. Но на этот раз мы приезжаем. Дай проехать. На шахту. Да. Почему нам всегда там работать, если мы вот можем приехать сюда, например? Угу. Подземная добыча, тут информация. Ну, короче, встанем здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Тачки пропадают. Блядь, закрыл. Дебил. Ладно, так, пойдем искать. Так, кто... Кто хочет поработать? Плачу 20к. Лесоруб 100. Не снимая формы. Тачку. Пидорасы, так и знал, какой-нибудь бомж выкинет. Садитесь. Да дебилы, а! Бомжи есть, бомжи, ну чё взять, не дать, не взять. Вылазь, сука. Сидит там. Все, наконец-то я набрал парочку бомжей. И теперь мы поедем рубить деревья. Деревья тут, как всегда, недалеко. Так, у меня лесорубская компания. Да, не знаю, таксруб. Не знаю, как еще назвать. Больше не приходит идея. Я играю уже поздно ночью у себя. Какого хрена здесь вечерняя погода, я не знаю. Но я, сами уже поняли по моему голосу, что я немножко уставший. Что, естественно, для ночи. Бля, так. Вот, давайте вот здесь вот порубим деревья. У одного тут ноги торчат. А, они когда уезжают, форму-то им снимают. Так. Ну ладно, хрен с этой формой ихней. Они все равно тут деньги получают теперь. Тревор один из GTA 5, видимо, сбежавший такой. Тревор, брутальный Тревор. Так, а, денег даже не написал ему. Так. И этому 225-му тоже 2000. Так, и тому, и этому, и тому, и этому. Идите рубить деревья. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Стоп. Сейчас. Я забыл, надо по РП все сделать. Что-то я понесло меня уже. Так. Ми достал бензопилы. Ну все по стандарту так достал. Бензопилы. Блять, все. Держит. Бензопилы. Передал бензопилы. Заебался уже, честное слово. Писать эти бензопилы. Скоро в страшных снах эти бензопилы приснятся. Они на предохранителе, чё ты очкуешь? Блять, его нонарпеник насторожит от меня. Ну ладно, хрен с ним. Не знает, что уж делать теперь. Рубить это большое дерево. Не знаю, зачем мне большое дерево, я хочу это дерево большое. Да. Секвою эту, блядь, огромную вот. Бабаб, блядь. Но на РП пожарный человек. Сука, написать же такое. А вот еще один. Так, вот этому надо денежек дать. Они что-то побежали все, видимо, на работу, на падки. Пока что один справляется со своей работой. А во, и второй тоже хорошо начал работать. Так, платим. Платим им. Так, а ты ни хера не делаешь.
Может, так поймут они. Ну, найдется, наверное, РПшник, который не знает. Но зато мы научим человека РП. Это, не знаю, плюс один к карме. И вот таким вот образом у нас происходит рубка деревьев. О, додумался. Плюс один к РП на этом сервере. И вот, таким вот образом моя лесокомпания рубит деревья в лесах, скверах и парках. Мы занимаемся лесорубством. У нас все отлично. Мы развивающаяся компания, которая рубит исключительно ночью, она не санкционирована. То есть, если вы мент какой-нибудь, то можете, как сказать, блять, я уже не знаю. Короче, это мешать нам, а не санкционированно вырубать, но мешать нам просто без этого не стоит. Сразу говорю так. Админы потому что следят, вот. Ну, короче, мы лесорубством занимаемся.